ты к нему навстречу не ходи. У него гранитный камешек груди. Он все ходит за тобою по пятам. Ты не верь его обманчивым словам. И слова свои красиво говорит, только каменное сердце не болит. Только каменное сердце не болит. Привет, друзья! У меня, видите, есть мясо, его надо просто дожрать. И эта трава уже, наверное, ее надо выкинуть. И ростки. Кстати, ростки очень рекомендую всем, у кого нету каки. Ну, в смысле, нормально. И вас не расслабит от ростков. У вас просто возобновится пищеварение. Реально, короче, жрешь ростки и потом идешь туда, в МЖУ, по-любому. Ну, то есть, это не будет, типа, быстро. Ну, это будет нормально. Нормальное такое опустошение организма. У меня, короче, смех. Куме написала, говорю, ну как дела? Они отопление делали в новом доме. Ну, кто смотрит, меня знает. И только уже вот холодно, Дубай, они там мерзнут. Ну, вот, обогреватель греет комнату. И Кума говорит, ну, все хорошо. Вроде бы должны сегодня дрова привезти. У меня такой смех взяла, говорю. Ну, это как у меня. Вроде бы должна найти работу. Сейчас сделаю кофе. И Бенджи, мы с вами. Короче, будем с вами. Суп кипит. Хлебной суп. Суп хлебной. Я плотоядное растение. Короче, у меня какой-то дурной смех. Ну, не то, что там сильно такой дурной. Ну, нормально. Сейчас свой тазик. Проблемы не пугают, и кризис нипочем. Когда на-на-на-на-на встретим Новый год. На-н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 а. Когда еще нас есть на тазик оливье. Так, все, ладно, будем жрать. Хватит болтать. Вот вам суп из 7 грибов. Немножко пены, но он закипел просто. Сейчас, короче, пожрем жиденького. Капец, тут холодно. Надо свитер покупать. Я вышла и чувствую, что да тут живонько. Хорошо, что у меня есть сапоги. Тут просто класс, как холодно. Ух, можно было и теплее мне одеться. Тканка на Бункова. И пусть тканку еще наверх. Классный звук. Это, это этот. Вот этот, который тут стоит, красивый такой. Ну, разве это не сказочная картина? Как из сказки. Думала, кто-то едет. А это чья-то душа рядом зашевелилась ветерком. Класс. Ой, как пахнет. Вы знаете, мне тут очень нравится. Квартира, ну, 150 тысяч злотых. Короче, мне надо 150 тысяч злотых. Ну, в будущем, не сейчас, конечно. Сейчас мне надо учиться. Видите, какой красивый. Передо мной листопад. А за впереди пошли люди с каким-то животным. Я не поняла, то козел или осел. Вроде на собаку не похоже. Одно вроде собака, а второе. Тут такая картина, короче. Вот так вот делать. Кружите меня, кружите.
Чем тебе не сказка? И лес, и все тебе. И утки. Утя, 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 утя. Такое все зеленое, камера что-то сильно зеленым делает. Прям сильно. Утю, 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 утю. Идите сюда, невкусные утки. Я вас съем. Ой, гляньте, какое дерево. Представляете, как оно тут давно. Я слышала, что вот так вот можно напитываться энергией. Прислониться. Там паутинка даже. Как тут классно. Просто энергетика такая прям... Я не знаю, как объяснить. Такая свежая. Люди на великах гоняют. На меня так немножко... смотрят с удивлением. Мы тетя. Вон уточка, 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 уточка. Видишь, какая кряка. Гляньте, какая красотка. Вот тетя. Селезень, что ли? Утя, 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 утя. Хорошо тебе тут, девица. Ладно, пойдем кофе пить. О боже, сказочный мост. Тут только карету надо еще. И утки говорят. Ха-ха-ха-ха, а ты думала? Ты же в сказку попала. Загадывай желание. А тут какая красота. Картины для галереи. Я не знаю, что у меня телефон так стал ярко показывать, красочно. Как будто что-то произошло. Зашла одна в Либи посмотреть что-нибудь. Купила на 2 дня. Это я очень скромно купила. Короче, в Лидле еще дешевле все. Тут есть суп грибной за 5 злотых. Купила суп какой-то овощной за 2 злотых. Что-то 3. И эти картошка, фритки тоже за... Короче, вот это на 29 злотых, так это тут и колготки капроновые, и мыло для интимной гигиены. Сейчас с вами перейдем сразу. Все, перешли. Короче, теперь пошла одна кофе выпить. Зашла в Лидл, купила на 30 злотых. Так оно всегда. Но это я купила колготки за 5 злотых. И, короче, на 10 злотых купила еще такое, что мыло там надолго и колготки, надеюсь, надолго. Ой, все. Теперь точно идем кофе пить. Пить каве. Иду, короче, выпила кофе и иду. Тут все, и фризер, и ксерокопия, и пральня, хочу сказать, и шефс, вон, видите, шефс, и пральня, и сральня, все, что хочешь, короче, лишь бы твои деньги. Так, человек вышел. Короче, вышла одна, как говорится, кофейку попить. Зашла в Лидл и накупила. Не, они просто гады сказали, что они же завтра закрыты. А я вспомнила, что завтра магазины закрыты. Думаю, может что-то еще взять. Ну, мыло взяла, мыдло.
для интимной гигиены. Там другого просто нет. Я не нашла. 3 злотых что-то. 3 с копейками. И ну, фритки взяла. Суп тоже что-то так. Фритки за 3 с копейками. Суп за 3 с копейками. Или за 2 с копейками. Короче, что-то еще такое. А, майонез классный зато взяла. За 5 злотых. Пол-литра. Мужчина оглянулся, думает, я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла как кар. Просто я так немного странная для них. Все люди работают. Я стараюсь, чтобы люди не попадали в кадр, потому что они могут злиться. Что еще хочу сказать? Что-то еще. А, колготки взяла еще за 5 злотых, 40 ден. Такие плотные, черные такие, дома померяю. Я же красивая девочка. Короче, там вчера мне подарили денег. Я так обрадовалась, думаю. А там кто-то мне вайбер просила. Я не, ну, короче, не давала, а потом... Думаю, да что я вот это, мне люди, может, что-то надо от меня, я... Так я сразу на радостях вайбер дала свой от счастья. Так что вайбер я дала, потому что я была на эмоциях таких радостных. Думаю, все, всем даю, даю всем. Объявление могу. Даю всем. Не, всем не даю вайбер. То так мне под эмоции пошло. Я думаю, да что ж я вот это за тварь такая. Тварь ты. Дрожащая. Не, просто реально боюсь людей. Боюсь, но иду. Вчера я так шла и боялась. Вот это по этой дороге. Шла, короче. Видите, тут салон. О, мне надо купить тут в секонде что-то, заглянуть, может, свитер. Тут белка бегает. Вот, видите? Смотрите, класс, белка. Она сильно не боится. Вау, классно! Я думаю, что оно такое? Надо орешки покупать. Тогда скажи, я буду к тебе подходить. Белочка! Ну, не вредители, конечно. Смотри, ищет. Вау, класс! Белочка! Белочка! Такая модель. Вышла такая, думаю, давайте меня фоткайте. Снимайте меня. Офигеть! Я в заповеднике живу. Ну, хотя в Чернигове тоже были белки. Но какие-то они не такие. Гляньте, какая она классная. Ходит, не боится. Потому что люди ей дают, наверное, вкусняшки. Класс. То и деревья позаматывали, чтобы они не сгрызали. Все, ушла. Класс. Балдеж. Белочка. Все. Итак, что ж я все-таки купила? Купила эту руколу. Потом купила вот эту эмульсию до гигиены интимной. У поляков все на полках стоит совместно. Химия с детским питанием, и не парятся люди. Ну, типа, у нас вообще там майонез такой. Написано, что яичный, он такой темный, интересный, короче, наверное, вкусный. Банка прикольная будет под кофе потом или под сахар. Олея великопольская, слоничникова. Это уже в магазине под домом купила, зашла там продавщицы. Им так интересно, что я так стараюсь выговаривать на польском. Потом купила вот эти фритки. Захотела пожарить. Собственно, и масло ж пришлось взять для этого. Купила такие колготки за... И главное,
1/4 размер. Наверное, все польки такие, как я, комплекции. Надеюсь, что он налезет на меня. А, так, хлопки 5 злотых. Купила кашу ячневую. Ну так, на всякий случай. Хотя у меня еще там есть пачка риса. Ну, не, маленькая пачечка на один раз. И вермишель. Это суп. Может, завтра сварю. Сегодня хочу фриток. Хоть у меня и изжога немного, но все равно. Ну, вот такие. Ну, уже с этой олеей, то 35 злотых все. Ну, так 36, наверное, затянуло. Короче, так что я теперь деловая колбаса. По чуть-чуть покупаю. Вот бы еще найти работу на по этапу. Либо на 3 дня по 8 часов. Лучше, конечно, 3 дня по 8 часов. Отработал и все. А то свободно, чтобы не бегаться как туды-сюды. То мой суп стоит. Такой страшненькой мысочки. Так, все. Будем что-то есть. Друзья, это не майонез. Это, блин, креп вкусный. Ну, вернее, это майонез, но он такой вкусный. Запомните его в лицо. В Лидлу. Без чего-то там консервантов. Генстый и кремовый. Такой вкусный. От 20-го года его делают. Он такой вкусный. Я не могу. 5 злотых стоит вот это в банке. Короче, да с такой сосиской. Я уже топчу на полный рот. Тут можно его ложкой вылакать. Такой вкуснящий. Чувствуется, что он такой натуральный. Короче, разбогатею. Сразу маме посылку хочу отправить. Всякого вкусного. Чтобы она тоже попробовала. Вообще сказочный майонез. Товарищи, друзья, я, короче, представляете, подключила свой телефон к ноутбуку, и мой интернет тянет мой ноутбук. У меня стало 16 гигабайт интернета, а было 25. Я потратила 9 гигов почти за месяц, но осталось до 11 числа использовать. Короче, офигеть, тянет охрененно. Я вообще в шоке. Смотрите, какая скорость. 2,1,7. При этой скорости оно тянет. У меня в Украине было 100. Оно так, блин, иногда тормозило. Короче, я в шоке с этого интернета. Короче, такая у меня радость, что я наконец-то раздуплилась, как подключать интернет. Я только что все комментарии просмотрела, одобрила там. И столько хороших слов. Спасибо вам. Короче, я в шоке. Короче, только что повключала рекламу, рекламные паузы. Короче, я могла бы с самого начала использовать этот интернет. Ай, ну, хорошая мысля приходит опосля. Главное, что я когда-то хоть смогла это сделать. Теперь будет, я надеюсь, даже если этот закончится интернет, ну, допустим, то я еще какую-нибудь, короче, куплю карту, еще какого-нибудь оператора дополнительно возьму. Ну, в общем, что-то буду придумывать, потому что без интернета это тяжко. Но я так обрадовалась, вот тут я еще не прыгала до потолка, короче, потому что для меня важна отдельная комната и интернет. Вот, понимаете, для меня это... Я просто приросла к этому. Я понимаю, что это нехорошо прирастать к чему-либо. Но я к этому приросла. Потому что я столько лет, лет 5, я неотрывно от этого. Это как, я не знаю, жить, наверное, с человеком, и вдруг он исчез там, допустим. Это, наверное, то же самое. Это привязанность, это как зависимость. Я так хорошо зависима от этого. Меня ломало страшно. У меня такая ломка вот это была без интернета. Потому что это... Хотя спасала в телефоне, конечно, спасала. Но все равно без ноутбука, без интернета, короче. Это для меня, конечно, катастрофа. Но... Завтра я поеду в гости к
подружки. Мне, честно говоря, все в новинку, все. Столько у меня новых друзей, и столько новых знакомств, у меня столько уже очень давно не было. Я все время этого опасалась, остерегалась, потому что я боялась, ну, там, зависимости какой-то. Или, ну, не знаю, короче, раньше как-то легче, а потом все сложнее и сложнее. Ну, сложнее знакомиться, общаться. Но, короче, теперь у меня все поменялось. Еще я буду на польском канале учить анатомию вместе с вами. Я буду записывать. Я просто сегодня уже не успела. Может, завтра успею. Буду записывать видео. Буду читать анатомию по разделам. Вот у меня сейчас кровеносная система. Я сегодня читала. И сердце, и кровь, и прям разбор крови, из чего она состоит. Представляете, там большинство вода, оказывается. Потом вот эти эритроциты. В общем, там потом вообще так интересно. Я, короче, считаю, и такая информация интересная. Столько нового функций того составляющего, ну, эритроцита, функции того. Это так интересно, так считаешь, думаешь, ууу. И там, допустим, вот это кровяное давление, там, как оно, почему, шо, оно так интересно, ты читаешь, такой, ага, вот оно почему так, и на себя прилаживаешь, как думаешь, ага, вот оно шо, вот как. И, то есть это круто, это анатомия, я всегда хотела знать, потому что ты можешь сам себя диагностировать. По крайней мере, можешь что-то шалопать, а не так, что бездумно делаешь, что тебе сказал врач. Ну, короче, это круто. Дай бог, чтобы мне получилось. Дай бог терпения и выдержки на изучение анатомии. Потому что массаж можно изучить, все там движение, то такое. А вот анатомию знать, это круто. Конечно, в морг бы я не хотела идти в морг. Я боюсь. Я же не собираюсь быть хирургом. Ну, у нас вроде никто же не говорил, что нас никто не будет отправлять. То я знаю, что в наших медучреждениях отправляют в морг. И в морг не хочу. Я боюсь мертвой плоти. Меня она пугает. Потом я не смогу спать, буду кошмары сниться. Это для моей психики тяжело. Поэтому я лучше так, на макетах, на каких-то. Я даже картинку смотрела, так мне немножко страшно было. Сразу типа ободранный человек. Но потом как-то уже по чуть-чуть сейчас свыкаюсь с картинками. Потому что психика нарушена, я думаю так. А здоровый психический человек не реагирует на такие вещи. А немножко нездоровый реагирует. Ну, в общем, я деловая теперь с интернетом. Такая подключила. Проще пареной репы. Включить режим модема в телефоне. Такая включить. Подсоединила к ноутбуку. Он еще и заряжается, телефон. Потом офигеть, он работает. Охрененно. Притом скорость отлично. В телефоне подвисал. А в ноутбуке порхает почти. Чуть-чуть подвисает. Так вообще. Ну, интернет, конечно, бомба. Так что теперь живем. Будем паузы ставить рекламные.